Первый зампред Мособлдумы проверила техническое оснащение Одинцовского роддома и пообщалась с его сотрудниками. В инспекции также участвовали исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова и депутат Совета депутатов округа, заведующая женской консультацией роддома Лариса Бархатова. Недавно в роддоме появилось два фетальных монитора, предназначенных для диагностики здоровья будущей мамы и ее малыша. Такие мониторы позволяют наблюдать состояние плода внутриутробно по сердцебиению. Это лишь часть нового медицинского оборудования, приобретенного по наказам избирателей. В ближайшее время в учреждение поступит и другая техника.